Рыбка! Этого не было. Паулина! Так его, правильно. А то нечего было маньячить. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и снова это рожа, которая в прошлой серии своими багами просто всю душу из меня вытрясла. Это снова Какашич, это снова игра Bow's Revenge. И мы сейчас будем получать последнюю, насколько я знаю, концовку в этой игре. Ставьте лайк и поехали. Я очень надеюсь, что в этот раз все будет быстрее, да, дружище? Так, смотрите. Во-первых, что нам нужно для этой последней концовки? Какахи можно уже вроде не собирать. А что нам вместо этого нужно? Начинаем все как в прошлой серии. Вот я беру камеру. Беру камеру такой, да? Хоп! Кладу, кидаю. Лови, дружище. Лови, лови, говорю. О, спасибо, молодец. Он дает мне ключик. Ключик я, значит, вставляю вот сюда. Получаю удочку. Вот это я в прошлой серии сделал. А дальше я ничего не сделал, ребята. А дальше, оказывается, надо... А, ну да, еще стакан я случайно наполнил. Сам не понял, почему, зачем. Дальше надо, смотрите, возвращаемся после этого еще вот сюда. Вот здесь, оказывается, берем палочку. Господи, это я в жизни бы не догадался. А потом вот это дело все ставим в морозилку. И у нас мороженое. Да, это надо сделать. После чего делаем вот так и, по-моему, заказываем пиццу, да? Да, пицца прибудет через 30 секунд. В принципе, на этом, ну, подготовительный этап, как бы он вроде как и завершается. Дальше надо просто кормить. Кормить нашего Пау. Нашего Пау надо его кормить. Давай, ненасытная ты рожа. Жри, жри. Всю душу ты мне вытряс. Я надеюсь, что в этот раз, я тебе еще раз повторяю, все будет, ну, адекватно, да? Мне твоих багов больше не надо, вот этих вот всех. Что там, кстати, пицца? Пиццу, кстати, надо, по-моему, вот так вот, да, получить? Да, вот, собственно, у нас пицца. Все, мы приходим, мы ее кладем вот сюда, например, не знаю. Так, и смотрите, идет последующее прохождение. Просто мы намыливаем, намыливаем эту заразу, он же хочет выкупаться, да? Потом его просто смываем. И все, понимаете? Сейчас он почувствует, что он приболел, надо будет его подлечить. Это я уже все, ребята, знаю наизусть, понимаете? Я столько раз это сделал в прошлый раз, вы себе представить не можете, это был кошмар. Так, дальше кладем сюда, все, у меня уже, видите, у меня уже, короче, на скорость идет прохождение. Я уже так от него тогда устал, что у меня вот от этих вот всех действий, я уж хочу новое, новое увидеть хочу, понимаете? А вот эти все действия я уж хорошо знаю. Ловить давай быстрее, так. На, я не попал, по-моему, да? Это плохо. Все, хорош, все, можно, можно идти спатеньки, ура! Ложимся спать, отключаем и ложимся. Доброе утро! Так, сейчас придет Паулина, Паулина придет, да? Так, давайте открываем дверь. А, вначале его надо поднять, хорошо, нет, нет проблем. Поднимаем, поднимаем тебя, дружище, давай, все, Паулина пришла. Давай. Вот она, вот она. Так, покорми их, значит. Ну, тут как бы мне говорят делать все то же самое, я единственное не помню, может быть как-то пиццу они будут жрать, не будут? Не-не, пицца это пицца, она просто лежит. Ну ладно, раз такие дела, давай раз, давай два. Блин, бедную Полину фастфуда накидал. Так, давай в тебя немножко тоже бросим. Все, Паулина уже готова. Мороженое мы не можем кинуть, да? Правильно? То есть я тут не перепутал. Оно просто должно стоять там. Оно просто должно там стоять. И, собственно, все, и в игровую комнату, да? Ну, кладем их. Это вообще не проблема. Так мне кто-то объяснит, удочка зачем для мороженого? Нафига удочка? Я не понимаю ничего. Ладно, идем покупаем еду, он говорит, просит. Купить, пожалуйста, еды. Давай, давай купим еду. Рыбка! Этого не было. Паулина! Так его, правильно. А то нечего было маньячить. Вот, получи. Ой, мама. Нужно его раны залечить и покормить. Пиццы и рыбки. Да зачем его вообще рано лечить? Это же зараза та еще. И вот мы оказываемся в новой ситуации, да? Вау, слушайте. Паулина паучина. Я понял, да? Ой, она ползет. Слушай, она ползет. Она уже здесь. И что делать? Ну, давай на скорость попытаемся пробежать куда-то. Куда мне надо-то? А что делать? А куда надо-то? О, рыба. Смотри, я рыбу нашел. Круто. Хочешь рыбу? Лови рыбу. Отлично. А где пицца? А пицца... А, вон пицца лежит, да? Это пицца или что это? Нет, не пицца. Подожди, это не пицца. Я... Ну, Паулина, ну ты шо? Ты шо вытворяешь? Рыбка, она вот. Рыбка, она вот. Тут все достаточно простенько, да? Кормим. А вот дальше я не очень понимаю. Присесть я могу, не могу? Так, Паулина, подожди. Подожди, паучочек. Паучочек. Ну, постой, ну что ты вытворяешь? Ну, ты совсем оборзел, паучочек. Ну, ты и говно. Ну, смотри, торчит. Клинок самурайский. Ну что это за поведение? Как ты хочешь, чтобы я прошел эту игру, Полина? Если ты так себя отвратительно ведешь. Я не вижу пиццы абсолютно.
Я хожу, я везде клацаю левой клавой мыши. Пиццы не вижу. А ну-ка, вот сюда вот. Можно? О, можно. Смотри, пицца. Нашел. Нифига. Слушайте, а это не так-то просто было, на самом деле. Я вам так по-честному-то скажу, да? Давай, пицца. Все. Не-не-не-не-не. Смотрите, вначале мы ее, значит, на рыбу. Вначале мы ее агрим на рыбу. Пусть она ползет туда, потом я быстро назад, отдаю пиццу. Потом рыбу, потом быстро беру пиццу. Это как-то не работает нифига. О, о, очень-очень быстро это сделал, вроде получилось, да? Так. Да, этот паук, конечно, мне все мозги-то, что называется, что называется. Ну вы понимаете, да, я... Слово не очень хорошее, что он собирается с ними делать. Я его произносить не буду, да? Так, давай вот так вот, знаешь, как-то оббегать, да? Ты взял рыбу? Ты рыбу-то взял? Ну я же нажал тебе! Блин, придурочный. Так, этап кормления почти пройден, ребят. Уже вот-вот. Сейчас натренируемся, да? Сейчас натренируемся. Хоп-хоп-хоп, да? Вот так вот сделали раз. Теперь вот так чуть-чуть назад отвели. Теперь назад повели. Теперь рыбку взяли... О, смотрите, вот так по стеночке, все, я его покормил. Допустим, я тебя покормил, а как я тебе должен раны-то залечить? Дружище, у меня тут медицинских оборудований всяких нет. О, вот тут я пролез, смотрите. А, во как еще можно, да? Так, все, повязку взял. Теперь как-то назад, давай как, вот сюда, вот, да, вот сюда, вот хоп-хоп-хоп. О, нормально, нормально, красавчик вообще. Так, слушайте, ну и тут я не знаю, как бы справлюсь я или нет, по-моему, меня сейчас... Да, короче, я понял. Сейчас, смотрите, сейчас все сделаю, сейчас будет все элементарно. Перво-наперво, как я и говорил, вот сюда. Потом разворачиваемся сюда. Правильно? Правильно. Вторым образом, вот так. Дальше отвлекаем, она здесь, а потом мы здесь. А потом мы вдоль стены, а потом все. Рыбкой покормили. Третий этап. Идем сюда, сюда, сюда и в ванну. Быстренько собрали, хоп. Потом раз, вылезли, раз, сюда, собрали, хоп, залечили. Все. Победа. Куда, 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 куда? Ох, сейчас будет, ох, сейчас месть будет, я чувствую. Ой. Ой, бедная паучишка. Говночишка. Да ты шо? Все? Спасибо, что сыграли. Слушайте, ну в этот раз, конечно, в разы быстрее все получилось. В общем, кликайте вот сюда, ребята. Надеюсь, игра вам понравилась. Если так, тут вам тоже зайдет видосик. Получите удовольствие. Ставьте лайк, не забывайте. И на этом мы заканчиваем. Всем счастливо, удачи. Пока, увидимся вот тут.